25 мая 2016 года состоялся ежегодный спортивный праздник «Герценовское кольцо». По доброй традиции, в этот день в Герценовском университете подводят итоги спортивных достижений факультетов и институтов. Наш коллектив спортивный, мощный и всегда показывает лучшие результаты среди вузов города. Это в высшей степени нас впечатляет и вселяет нас веру в то, что наши выпускники будут всегда здоровыми, умными, красивыми. После торжественного открытия состоялось награждение победителей 21-й Герценовской спартакиады по 16 видам спорта. Был дан старт забегам женских, мужских и смешанных эстафетных команд студентов. На празднике с показательными номерами и творческими подарками выступили сборная Герценовского университета по художественной гимнастике, сборная по черлидингу и студенты Института музыки, театра и хореографии. В заключении спортивного праздника «Герценовское кольцо» состоялся матч по мини-футболу между командой администрации Герценовского университета и командой Совета обучающихся. Итог матча – ничья 4-4.